По инициативе общественного движения «Совет надежных отцов» в Тюменской областной думе прошло совещание по вопросам детской безопасности. Представители всех ведомств, занимающихся этой темой, обсудили острые проблемы. Например, негативный интернет-контент и наркозависимость подростков. Эти вопросы всегда на контроле у депутатов Комитета по социальной политике. Нами было инициировано ограничение по распространению снифинга, по продаже алкогольной продукции. Сейчас наши депутаты очень активно работают над законопроектом по запрету кальянных. Представители ведомств могут подключать к профилактике Совет надежных отцов, ведь во многих муниципалитетах в школах уже есть активисты этого общественного движения. ПАПы нацелены на 4 направления в работе – безопасность, патриотизм, профориентация и спорт. Сегодня состоялся очень, на мой взгляд, конструктивный разговор. То есть мы наметили определенные планы. Они узнали о том, что можно использовать Совет отцов.